дорогие друзья, я счастлива вновь стоять на этой сцене, с которой связан долгий путь моей жизни в балете. Сегодня мы с вами станем свидетелями спектакля, участники которого – танцевальные коллективы, победители нашего проекта прошлого года. За 7 лет существования в нашем конкурсе приняли участие тысячи детей, коллективы от Петрозаводска до Норильска. И мы рады сообщить, что с этого года наш конкурс вырос в национальную премию детского и юношеского танца, которую мы назвали «Весна священная». Проект задумывался как образовательный и просветительский. В рамках премии мы начали работу с легендарным «Артеком» по проведению танцевальных смен и большого ежегодного фестиваля. Чтобы попасть на эту сцену, наши коллективы прошли огромный путь творческого роста. И наградой им стало участие в спектакле, который вы сейчас увидите. Мы предоставили молодому поколению возможность на сцене главного театра страны вместе с ведущими мастерами театра, кино, балета показать спектакль, который представит сегодня национальную премию детского и юношеского танца «Весна священная». Я сердечно благодарю акционерную компанию «Алроса», которая стала нашим генеральным партнером, и без чьей поддержки мы не сумели бы осуществить этот проект, и ее президента Сергея Сергеевича Иванова. Спасибо. Я также благодарна стратегическому партнеру проекта, банку ВТБ, и лично Андрею Леонидовичу Костину, который оказывал нам поддержку с первых шагов. Спасибо. Мы благодарим за поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Департамент культуры города Москвы. И я приглашаю на сцену статс-секретаря, заместителя министра культуры Российской Федерации Александра Владимировича Журавского и заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Владимира Эдуардовича Филиппова. Сегодня на этой замечательной сцене Большого театра состоится первая национальная премия «Весна священная». Я хочу сказать слова признательности Илзе Лепе за то, что она выступила замечательным организатором и вдохновителем этого конкурса. И хочу сказать слова признательности телеканалу «Культура», который тоже пошел навстречу. Спасибо. Сегодня мы увидим и станем свидетелями не гала-концерта, а гала-спектакля. Это совершенно другой формат, и вы все в этом убедитесь. Спасибо, Илза, спасибо, друзья. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте от имени правительства Москвы, Департамента культуры, сегодняшнюю радость от уникального вечера, который открывает для ребят, вышедших сегодня на эту сцену, особенные возможности и иметь счастье выступать не только в главном театре страны, а на одной из величайших площадок нашей планеты. Для нас важно, что мы договорились и с этого года Илза и ее фонд будут помогать поднимать на более высокий уровень хореографию в московских культурных учреждениях и в клубных учреждениях. Это большое дело, потому что 221 городская площадка ждут, чтобы к ним приходили и делились опытом. Я благодарю за слова поддержки. Мне очень ценно, что это поистине дело, в котором мы объединяемся вместе. И лучшей наградой нам всем будут ваши аплодисменты. Мы начинаем. Thank you.
Угомонитесь, у меня от вашей беготни уже голова кругом идет. Ну, посидеть спокойно хоть часик. Ну, хоть полчасика. А я вот хотела сказку рассказать. Расскажи! То-то. Сегодня сказка будет такая. Какая? Про страшное, да? Про то, что для настоящей любви преград нет. Слушайте. Жил на белом свете прекрасный юноша Иван. И была у него невеста, красавица Василиса. Моей матушке. Он волшебный. Что из него не свяжешь, все счастье принесет. И что ты из него вязать хочешь, рукодельница моя? Шарфики нам свяжу, чтобы в любой мороз не давали нашим чувствам остыть. Какая же ты у меня замечательная. А когда мы свадьбу сыграем? Даже не знаю. Была бы жива матушка, посоветовала бы. Снег растает, убежит ручьями, станут явью сказочные сны, и улыбка молодой весны мир согреет теплыми лучами. И цветы пробьются там и тут, и услышим мы, как над лесами, звонкими своими голосами, о любви нам птицы пропоют.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я фея. Фея весны. Я случайно услышала ваши разговоры и решила подарить вам эту ветку вербы. Когда она распустится, можете готовить свадьбу. И тогда ваш брак будет долгим и счастливым. Большое спасибо. А когда она распустится? Скоро. Ждите, любите и берегите друг друга. Решено. Играем свадьбу весной. Да, любовь моя, душа моя. Ванюша, я хочу, чтобы у нас с тобой было много-много детей, мальчиков, и все похожи на тебя. А я хочу, чтобы у нас было много-много-много девочек, таких же красавиц, как ты. Похожих полностью на тебя. Пускай тогда у нас будут мальчики и девочки. Как вам моя сказочка, а? А? Да, хорошая сказка была. Так. И закончилась хорошо. Нет, ну что ты. Только быстро. Что вы, сказка же не закончилась.
сказка только началась. Ну, хотите узнать, что будет дальше? Да! Ой. Только приготовьтесь, будет немножко страшно. Я боюсь. А я люблю про страшное. Ну, тогда слушайте. Да не трясись ты. В волшебном лесу, в самой чаще, была глубокая и мрачная пещера. И в ней жила злая волшебница Стервелла. И была у нее дочка Стелла. И еще был при ней старый ученый коршун Герман. Вот они. Запоминай, доченька. Сначала кидаешь черный мох, доводишь до кипения, потом скользких слизней, потом жареных тараканов. И не забудь жабью икру. А чего этому учиться не хочу? Я тебе дам не хочу. Прабабка твоя колдовала. Бабка колдовала, и я колдую, и ты будешь. Не буду. Будешь? Не буду, говорю. Не дам прервать колдовскую династию. Хорошо. Мешай, мешай. Хорошо. Буду. Научи меня колдовать. Научи меня такому заклинанию, которое все колдовские чары отменяет. Ой, это просто. Берешь много мухоморов. Стоп. Ах ты хитрая какая! Хочешь мои чары со своего жениха снять? Все равно, не выйдет! Все равно! Я его расколдую и замуж за него выйду! Ты замуж выйдешь за кого я скажу? Нет! Да, а я твоего жениха невидимым сделала. Будешь упрямиться, так я еще и неслышимым его сделаю. Мама! Зря ты так! Моя прекрасная, ужасная стервелочка. Ой. Что? Ничего, ревматизм проклятый замучил. И перья, перышки мои осыпаются. А что ж ты хотел в 300-то лет? Птенчиком прыгать? А у птенчиков ревматизмов не бывает. Красавец! О, какой красавец! Приятно слышать, моя стервелочка. Да ты-то тут с какого боку? Нет. Ты вон глянь в котел, который наш волшебный лес показывает. Красавец-то какой, симпатяга! Отличный жених для моей Стеллы будет, а? Но в принципе похож на Степана. Ничего похож. Он не похож. Степан голодранец. Голодранец. И нахал. Никакого почтения мне не выказывал. Улыбался нагло. Прям с порога заявил: мы со Стеллой хотим пожениться. А разрешение у мамы невесты не нужно спрашивать? Но он Стеллу любил. Зря ты разрушила любовь. Зря ты превратила его в лесного этого прозрачного духа. Да молчи! Стервелочка. А то я тебе последние перья повыдергаю, ты меня знаешь. А это кто такая? Где? Да вон рядом с Иваном. О, производит впечатление его прекрасной невесты. Я тебе покажу сейчас прекрасную невесту. Ой. Пускай на моей Стеллочке женится.
Здесь я, здесь радость моя. Чтобы тебя расколдовать. Сейчас. Сейчас я, Степушка, попробую. Болото зеленое, сонное. Стань прохладной росой невесомою. Разгони ночные кошмары, сними с моего любимого чары. Thank you.
Хотите узнать? Очень. Тогда смотрите. Бежит Иван по лесу, свою Василисушку ищет. А матушкин клубок ему дорогу показывает. Куда клубок катится, туда и Иван спешит. Здравствуй, Лисонька. Бонжур. Чего? Ой, это по-французски, деревня. Ладно, чего хотел? А я невесту свою ищу. Василису, ты случайно ее не видела? Может, видела, может, не видела. Она сбежала от тебя, что ли? Сбежала? Да нет, зачем же ей от меня бегать? Ведь мы любим друг друга. Просто темные силы ее унесли от меня. Бывает. Ой, что это у тебя с тобой? Зайчики, что ли, да? Да, это мои друзья. Какая прелесть, а подари мне одного, я тоже с ним дружить буду. Я не могу, друзей ведь не дарят. Друзей нужно самому сначала искать, а потом беречь. Ой, скучно ты, Ваня. А ко мне ты что пришел? Так я не сам пришел. Это меня клубок волшебный к тебе привел. Волшебный. А что же он делает, клубочек твой, а? А вот все, что из него не свяжешь, все счастье принесет. Так матушка Василиса говорила. Шарман. Послушай, Ваня, ну, отдай мне клубочек твой, а я подскажу, где невеста твоя. Нет. Прости, Лисонька, не могу я тебе клубок волшебный отдать. Все-таки это память о невесте моей. Ну, нет так нет. Вспомнила. Видела, как злая поземка мимо меня девицу-красавицу пронесла и... Куда? Ой, вон туда. Туда? Ага. Я побежал догонять. Давай. Мерси. Ого. Ага, не такая уж я и деревня. Мне очень нужно дальше пройти. Пропусти меня, Серый. Серый. Серый я или белый, или серо-бурмалиновый. Это не твоя печаль. А твоя печаль, что я голодный, поэтому извини. И есть тебя буду. Нельзя меня есть, Серый. Мне еще невесту спасать надо. Невесту? Причина уважительная. А что это у тебя там? Колобок? А? Не колобок, а клубок, и он волшебный. Волшебный. Волшебный мне интересу нет. Вот если бы он съедобный был. Нет, не съедобный. Жаль.
Звать-то тебя как? Обед мой. Меня Иван. Иван? Жалко, Иван, хороший ты парень, я вижу. Что ж ты ко мне в лапы-то поперся? Так это не я к тебе пришел, это меня лиса сюда направила, сказала, что в эту сторону злая поземка мою невесту, мою Василису унесла. Лиса! Кому ты веришь? Один шаг сделает, три раза соврет, лиса. Так, пардон. Ты что это на меня наговариваешь, а? Я, может быть, просто фантазерка. Ага, фантазерка. Да. Только ты фантазируешь всегда с собственной выгодой, что задумала. Тихо, тихо. Чего? Лучше бы спасибо сказал за заботу. Я вон тебе обед направила. Съешь Ваню, а мне клубок оставишь. Я вот, может, вязать хочу научиться. Вязать! Вань, слышал? Вязать, она сроду ничего подобного полезного не делала. А мне Вань сказал, что клубок-то у него волшебный. Захватить решила? А не твое дело. Кума, ты рот-то попридержи, а то сейчас моим обедом станет. Ой, испугалась. Бегу, бегу, прям спотыкаюсь. Ютай, тетка, куда пошла? Ой, боюсь-то. Подай. Чего я надеру тебе хвост-то? Нина, ты... Лисонька, серый! Да хватит ссориться вам, лучше подскажите. Помогите мне невесту свою, Василису, найти. Это что здесь такое происходит? Я вас спрашиваю, зверьё! Да это... Шум! Какой-то гам! Это беготня! Ну, непорядок! Это Ванька с Волком! Я тут вообще ни при чем. Простите меня, Михаил Потапыч, что разбудил вас! Подожди! Подожди, хоть разомусь, составь сейчас чуть-чуть! Дай, вот... Я портебрашечку... Уй! Так, давай, рассказывай! Так вот, но... беда у меня так случилась. Мою невесту похитили, Василису. Случайно не знаете, где ее искать? Похитили, ах. Ну что ж, я знаю, где искать. Где? У похитителей. У похитителей? Угу. А где мне похитителей найти? Вот где невеста твоя. Там и похитители. Ой, ну, Мишель. Ну, Мишель, ну я просто поражаюсь твоей логике. Да, 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 Лисенька, я медведь умный. Михаил Потапыч, напрягите свой ум великий, да подскажите, кто у вас в лесу такие злодейства мог совершить? Иван. Я? Да. Иван. Дурак? Просто! Просто Иван, ладно? Тихо-тихо-тихо-тихо, стой. Окажу я тебе услугу. Значит, слушай. Медвежью! Миш, мы тебя уважаем. Сюда иди. Не бойся. Ты у меня молодец. Спасибо. На тебе леденец. Танцуй. Ну, Миш, ну что... Танцуй. Вот, молодец, да. Да. Мясного ничего нету. Мясного ничего. Не капризничай. Ешь, что дают. Ну, на и тебе, деточка. Я на диете. Да. Михаил Потапыч. Время уходит. Значит, найти мне невесту нужно, помоги. Злодействами в нашем лесу Стервелл занимается. А? У нее твоя невеста. А она где? Там иди, туда, на болото. Там твоя невеста, выручай ее. А вы за мной. Ага. За мной. Спасибо, спасибо, Михаил Потапыч. Проходи, устал с дороги, отдохни. Некогда мне отдыхать.
Я за невестой своей пришел, за Василисой. Кто такая? Знаешь? Не знаю, не ведаем. А невеста у тебя есть, это ты прав. Стеллой зовут. Стеллой зовут. Давай брачный договор. Вот, свадебный договор, Ванечка. Перо. Написано здесь, что ты женишься на моей дочке Стелле, а в приданое получишь власть над всем волшебным лесом. Подписывай, Ванечка. Хм. Подписывай. Не буду. Подписывай. Не буду я подписывать этот договор, потому что любовь важнее любой власти. Отдавай мне Василису. Не хочешь подписывать по-хорошему, да? По-плохому подпишешь. Чур-чура, это не игра. Гриб ядовитый, камень черный, стань, Иван, мне покорный! Подписывай, Ванечка. Эту веточку нам добрая фея подарила. И когда придет весна, мы сыграем с Василисой свадьбу. Отдавай мне мою невесту Василису! Подпишешь договор, отдам, а не подпишешь, никогда свою Василису не увидишь! Не подпишу! Thank you.
ему покажу, как от моей доченьки отказываться. Я ему покажу. Но на этот раз придумала моя прекрасно ужасная стервелочка. Время остановлю. Вечная зима будет. Страшная перспектива. Мне врачи прописали весенним солнышком косточки прогревать стервелочку. На печке погреешь. Пусть Иван останется в вечной зиме, а Василиса в вечной весне, чтоб никогда им не встретиться. Чур-чура, это не игра. Солнце, брысь! Время! Остановись! Как это произойдет? А вот так! Ведь не зря, Стелла, эти волшебные книги ты читала. Узнала она в одной книге, что злые чары весна победить может. И полетел Степан быстрее ветра у феи весны помощи просить. Thank you.
это? Почему в воздухе цветами запахло? А, почему солнечный луч сквозь тучи пробивается? Весна наступает. Нет, не допущу!
Вот какую замечательную сказку рассказала мудрая сова своим совятам. А мне остается только добавить, что сыграли в сказочном лесу сразу две свадьбы. И кто только не отплясывал на этом празднике. Thank you.
Спектакль закончился, но сказка продолжается в жизни. И теперь нам осталось вручить награды лауреатам национальной премии «Весна священная» и представить звездный состав исполнителей. Актриса и театральный режиссер, заслуженная артистка России Ольга Анохина вручает премию ансамблю танца «Созвездие» «Город Нерехта». Актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов вручает премию музыкальному театру «Браво» «Город Королев». Актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Белый вручает премию ансамблю «Сюрприз» «Город Барнаул». Актриса театра и кино, лауреат национальной премии «Золотая маска», заслуженная артистка России Ирина Пегова вручает премию хореографическому отделению «Армида» детской школы искусств номер 10, город Москва. Ведущий солист Большого театра Игорь Цверко вручает премию Русской национальной балетной школе под руководством Илзы Лиепа. Актриса театра и кино Кристина Асмус вручает премию образцовому хореографическому ансамблю «Юность» город Химки. Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Ягудин вручает премию детскому музыкальному театру «Задумка», город Самара. Российская певица, актриса, заслуженная артистка России Кристина Арбакайте вручает премию ансамблю спортивно-эстрадного танца «Грация», город Иваново. Актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов вручает премию ансамблю танца «Улыбка» Свердловской детской государственной филармонии, город Екатеринбург. Актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат государственной премии СССР Ольга Остроумова вручает премию театру музыки и танца «Щелкунчик», город Оренбург. Народная артистка России, лауреат государственной премии Российской Федерации Илза Лиепа вручает эту премию прославленному московскому коллективу, ансамблю «Песни и пляски» имени Локтева.